Время охуительных историй. Позвонила знакомая, говорит, приезжай ко мне в зоомагазин. Привезли крокодила, которого нашли на помойке. Привезли, собственно, оставили, и нужно с ним что-то делать. Разумеется, крокодил был мертв. Я приехал, посмотрел. Даже если бы его выкинули живым, на таком морозе, там минус 10, минус 15, долго бы он не прожил. И это причина, почему я не продаю крокодилов всем подряд и вообще, в принципе, не продаю. Потому что из этого получаются вот такие вот грустные истории. Люди уроды, практически все. И на самом деле вот такая вот ситуация, она не редкость, просто тут уж совсем в наглую как-то это все произошло. Поэтому еще один крик души, не заводите крокодилов, потому что вероятнее всего у вас получится так же, потому что большинство людей уроды.